Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео, которое называется «Драконы в скрытом мире. Вторая часть». Вы меня просили снять вторую часть, и я решила вам снять вторую часть. Поэтому давайте начинать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем приятного просмотра! Писубик, ну как, в какой же нам пещерке жить? А подписчики решили, что мы будем жить в первой, точнее, в моей пещерке. Ну хорошо, я надеюсь, там будет очень уютно. А то наши детки, они же должны там ползать, бегать, летать. Не волнуйся, она у меня, ты знаешь, даже такая, как двухэтажненькая такая. Вот такая удобная и большая, не то что твоя. Ну, думаю, ты прав. А что мы сделаем с моей пещеркой? Пусть пока что там поживут другие драконы, но вскоре, когда детки подрастут, они будут жить в другой пещерке. О, шикарно! Мне нравится эта идея. Ай, а теперь пойдем поспим, я очень хочу спать. Дорогая, у меня для тебя есть такой небольшой подарок. Так скажем, я его сам сделал, ну, не без помощи других. Такой как небольшой подарок, чтобы тебе и мне было уютно находиться в нашей с тобой пещерке. Я приготовила тебе и мне мягкий такой как коврик или покрытие. Оно состоит из листиков и всего такого. Оно очень мягкое, тебе понравится. О, я надеюсь. Покажи мне его. Сейчас. Спускайся в пещерку. А, да. Иди, Писубик, сюда. Ага. Иди пока что в пещеру, а я тебе сейчас все принесу. А, хорошо. Так. Так, да, Писубик, я уже иду. Все. Покажи мне свой подарок. Ну, это, так скажем, не подарок. Ну, это вообще как бы для нас двоих сейчас. Минуточку. Мне его надо притащить. Вот. Ой, коврик. Сейчас его расстелю. Подожди. Вот. Сейчас. Сейчас, подожди. Ага. Вот так вот. Еще вот здесь вот немножечко. Сейчас. Вот так, сейчас. Ну вот, готово. Ну, как тебе нравится? Так, сейчас, подожди, да я посмотрю сейчас. Сейчас, подожди. Ух ты, какая красота! И вправду шикарный коврик. Я рад, что тебе понравилось, потому что я думала, вдруг тебе не понравится. Да не, оно очень под стиль вот этим вот кристаллом и вообще скрытым миру, пещеры, под цвет. Ну, хорошо, можешь там полежать, отдохнуть. А, ты знаешь, у меня дела, ты, конечно, извини, но я же все же король, у меня дела королевские, ты знаешь. Я приду тогда попозже, ты пока отдыхай, спи, тебе сейчас надо спать, отдыхать. О, да, хорошо. Ладно, я полетел. Все, пока тогда, Писубик, пока. Все, давай, пока. Все, пока, я полетел. Ой, ладно, пусть работает. Он дракон работящий. Ой, ему надо работать, а мне отдыхать. Так, сейчас надо. Иду, так. Опа. Сейчас. Ух ты, как мягко. Вау, я сейчас просто светиться буду от счастья. Вау, как мягко. Как хорошо. Ой, как мне нравится. Ой, сейчас надо лечь поспать. Спустя час.
Вау! Да, тяжелая у меня все же работенка. Ну, ладно. Пойду посплю. И надо посмотреть, как там дневная фурия. Вдруг она проголодалась. О, вот она спит. Надо ее, не знаю, разбудить, нет? Ну, ладно, если я сейчас заберусь в пещерку, она проснется, то ладно. Тогда проснется, если нет, то пусть спит. Тек-тек-тек. Фуф, я ее не разбудил. А ладно, тогда я лягу спать. Наступила ночь в скрытом мире. Все драконы спят, все спят, все драконы отдыхают. Но вот наступил день. Да, хорошо, я поспал. Дневная фурия, где она? Дорогая, ты где? Бесобик, иди сюда. Ты где? Ты где? Я наверху, поднимись. Бесобик, поднимайся. Да. Ты нам приготовила завтрак? Ну да, я просто пораньше встала, что-то не спалось. Ну и вот я решила... Ой, дорогая, спасибо, но тебе не тяжело ли завтрак готовить? Просто я бы и сам мог нам приготовить. Да не, просто, а что мне еще было делать? Я вот две рыбки словила. О, хорошо, сейчас позавтракаем. Ну, только давай спустимся, а то что мы тут будем? Ну, хорошо, давай. Ну, что, хочешь, бери себе побольше рыбку, ты, наверное, голодная очень, так как ты, так скажем, потратила еще силы на то, чтобы поймать эту рыбу. Да не, ну как хочешь, ты бери ее большую, как хочешь. Ну, давай я маленькую возьму. Ну хорошо, давай я тогда большую возьму себе. Давай я тогда поменьше возьму. Чего? Ого, какая ты была голодная, что все съела так быстро. Ну, я просто птицу так быстро как бы ем. А, я еще нет. Ну, вот и позавтракали. Ладно, я полетела, у меня, ты знаешь, работа, дела. А ты хочешь, полежи, отдохни. Или хочешь со мной? Хотя нет, да, ты же как бы... Ну да, вообще-то я устаю. Ладно, давай, тогда все, давай. Ой, пока все, я полетел. Ой, пойду в пещеру. Ух, как я устал на работе. Ой, ладно, так, пойду к дневной фурии. Ой, надо к ней идти. А то она меня наружу там заждалась. Я надеюсь, она не заснула. Ну вот и проверим. Так. Надо тихо зайти, чтобы ее не... О, привет, Бесобик. Привет, а ты почему? Что это у тебя? А, это? Да, это. Что это такое? Это яйца? Ну да, вот я отложила яйца. У нас с тобой будет трое детишек. Ура! Ура, 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 ура! Ну, я думаю, наверное, сегодня я посплю тогда наверху, а ты тут внизу с детьми. Ну, если хочешь, то давай. Я просто не хочу мешать или еще нечаянно сломать яйцо. Поэтому я посплю наверху. Ура, у меня детки! Трое. А кто будет? Я не знаю. Ой, я хочу мальчика и девочку. Хочу мальчика и девочку. Хочу мальчика и девочку. Ну, не знаю. Вот, скоро и узнаем. Ура, я счастливый отец. Ну, как, ну, почти, да. Скоро они вылупятся. Ура, как я рад. Я тоже. И, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ну, если, конечно, оно вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.
И напишите в комментариях имя для одного малыша, потому что для двух других малышей я уже придумала имена. Причем очень хорошие имена, я придумала уже два имени. А вот по поводу третьего малыша у меня сомнения. Поэтому помогите и напишите. Это будет мальчик. И напишите для него имя. У меня два варианта, и вы пишите, как бы, если вы хотите первый вариант, то пишите первое имя. И какие имена? Первое имя – это Рекс. Второе имя – это Гром. Выберите, какое имя – Гром или Рекс. Напишите в комментариях. Там, ну, не циферку 1, а циферку 2. Просто пишите Гром или просто пишите Рекс. И за какое имя будет больше, так скажем, большинство, то такое имя я и выберу. Это очень важно. Пожалуйста, напишите в комментариях. А так, для других детишек я уже придумала имена, но я их вам скажу в следующем видео. Поэтому подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы быстрее узнать, когда же будет новая серия. И подписывайтесь на мой канал еще раз и ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно имя, обязательно, ребята. И всем пока, пока-пока. Пока, ребята. Пока. Жми на follow, лайкни меня.